Спасибо, что пришли. Я вам сейчас буду играть на гитаре. Всем привет, меня зовут Паша, это канал Акстар, и сегодня просто легендарное видео, потому что первая часть этого формата разлетелась просто по всему интернету, по всему миру, суммарно на ней больше 200 миллионов просмотров во всех социальных сетях, именно поэтому сходу ставим лайк, сегодня будет просто разрыв. Итак, я в коворкинге, в месте, где люди занимаются своими делами, работают, учатся. Я пришел сюда с гитарой, чтобы сделать всякие веселые штуки, ну вы сами знаете, что это будет. А если мы наберем 100 тысяч лайков, то будет третья часть, где будет самый громкий инструмент в самом тихом месте. В общем, я позову Раиля с канала Хижина Музыканта, и он придет с баяном. И я с гитарой, и это будет просто невероятно. Кстати, я захотел тут сделать свои сольные концерты, настоящие, фингерстайл плюс барабаны, в общем, мощные. И напишите, пришли бы вы на него или нет, и в каком городе бы вы хотели. Вот, если будет много желающих, то я думаю, такие концерты можно организовать. Все, пишу в комментарии, если хотите концертов. Приятного просмотра. Вот и следующее. Нам нужно снять вот эту локацию так, чтобы, естественно, не было видно камеру, потому что ставить ее сюда... Ну, очень тупо, поэтому... Опа! Мне кажется, это гениально. Сейчас только нужно настроить правильный ракурс. Но в целом... Спасибо, что пришли. Я вам сейчас буду играть на гитаре. Вот. А вам не кажется, что вы не то место выбрали? Я вот здесь буду играть. Просто мне нужно репетировать, вот я вам буду играть. Открой Crowtab. Хорошо. Вот что я нашла в интернете по запросу «Открой Рутуб». Взгляните. Ребят, я готов. Ну, вы можете там заниматься делами. Спасибо большое. Вообще, хорошо? Хорошо.
Спасибо. Понимаете, концерт скоро, вот надо готовиться, дома не получается готовиться, а вот надо. Не против еще там посижу? Так, не против. Спасибо. Да. Начальник, да я в клуб хочу там просто потусить, ну, блин, ну, потанцевать немножко. Почему ему можно, а мне нельзя? Ай, да ладно, охранник, начальник. Ну, пожалуйста, ну я так люблю кино, и театр, и кинотеатр. Да как ты это делаешь? Я не понимаю, как они это делают, как они проходят. Может, распечатать что-то надо, начальник. Вот скажите, ну, кнопочку какую-то нажать, нет? Парень, в чем секрет, расскажи, почему проходишь постоянно? Так все знают уже, ты не знаешь? Нет. Так смотри. У Тинькофф проходит серия самых ярких мероприятий «Лето в Тинькофф-городе». В разделе «Город, афиши, концерты» есть эксклюзивная возможность приобрести билеты на эти мероприятия. Билеты продаются только в Тинькофф-городе, и чтобы получить их, нужно быть клиентом банка. А если вы еще по каким-то причинам им не стали, бегом по ссылке в описании оформлять карту. В Тинькофф-город вы точно найдете мероприятие себе по душе или просто по удобной дате в календаре событий. Тут и летние показы, и выставки современного искусства, и вечеринки с классными диджеями, и вообще, что хотите, много всего есть. И все это в твоем телефоне, ведь для прохода на мероприятие достаточно просто сохранить штрих-код. А еще билет можно добавить в Apple Wallet или Google Календарь. Не надо ничего печатать, просто сканируйте QR-код на входе или показывайте экран приложения билетеру. Устанавливайте приложение Тинькофф по ссылке в описании и пользуйтесь сервисом Тинькофф Город. Возможно, там как раз и будут продаваться билеты на мои концерты. Не упускайте возможность приобретать билеты на эксклюзивное мероприятие и планировать свой досуг. Извините. А кто ли там? Добрый день. Привет, с вами гитара с нуля. Извините, вы немного мешаете. Хорошо, я не громко буду. Хорошо, я вот одну последнюю сыграю композицию и пойду. Mm-hmm. Хорошо? Mm-hmm. Да, буквально 3 минутки. Thank you.
Как вообще получается? Нормально? Очень красиво. Спасибо. Ну, то есть, если так сыграю, нормально будет? Супер. Вообще супер. Здесь вообще-то не столовая. Извините, пожалуйста. Я только что из столовой, там куча тараканов. Вы не хотите? Может быть, я не предложил? Нет. Извините, пожалуйста. Я, наверное, пойду туда. Опа. Оп. Опа. Вот так. Здравствуйте. Вот такая просьба. Я, в общем, скоро выступаю. У меня будет свой проект. Вот. Мне скоро будет свой проект, мне нужно порепетировать перед публикой, вот попробовать выступить. Ну, вот рассказать его. Можно прогоню разочек? Он с вами? Вот. Если будут вопросы какие-то, задавайте. Хочу рассказать о том, что у меня есть гитарная академия, курсы игры на гитаре, гитарная академия Акстар. Вот. Я учу играть людей вот так. Да. Там пусто, в курсе? Ну, это же просто пример. Примерно вот так. Да. Я также спу. Могу тебя научить. Ну, в общем, у меня в гитарной академии там все. Человек может с нуля абсолютно прийти. То есть это все в онлайн-формате. Вот, и человек приходит и учится просто играть на гитаре. Но есть еще прикольное у меня вот дополнение в проекте. Будут два разбора. То есть это будет два прямых эфира, где я буду учить людей играть на гитаре. Вот я это последний раз сам и делаю, поэтому у меня будет два произведения. Вы всегда так говорите: последний раз, последний раз. Кто вы? Oriflame, там, Sunlight. И самое крутое, что люди сами могут выбирать, что за произведение мы будем разбирать. У нас будет два произведения, вот, и... Как их выбрать? Как выбрать? Нужно перейти по ссылке, ну, вот я так буду на проекте говорить, вот, нужно перейти по ссылке в описании, ссылка на телеграм-канал, и там будет голосование, какие песни мы будем разбирать вместе с вами. А, я забыл сказать, это будет 17 и 18 июня. А по времени надолго? Это будет длиться час, и за час я по полочкам разложу, как играть произведение от начала до конца. Вот, будем рассказывать фишки, интересные лайфхаки. И самое крутое, что мы среди тех, кто будет вот на этом моем проекте, ну, на разборах, мы разыграем гитару. Просто бесплатно среди тех, кто вот участвует в этом. Да как произведение-то выбрать? Поучаствовать в голосовании в Телеграме. Мне кажется, никто вообще не поймет, что происходит. Что я хотел? Подытожим, да? Гитарная академия, я там учу играть людей на гитаре. Вот, онлайн. С первого, второй курс есть, абсолютно с нуля учу играть на гитаре. Причем намного дешевле это выходит, чем если заниматься там в музыкальной школе или с преподавателями. Просто в десятки раз дешевле и круче. И также планируются два бесплатных разбора. Если вы хотите почувствовать, как это учиться вообще в академии, можно поучаствовать в бесплатных разборах 17 и 18 июня. И чтобы поучаствовать в этих разборах, нужно перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться, выбрать песню, которую мы будем играть. Можно любую, которую вы хотите предложить. Все, и там будет написано, когда это будет разбор, во сколько, и придет ссылка на прямой эфир. В общем, вот такая у меня презентация.
Вот так. Браво. А как в целом впечатление? Ну, утомил ты нас. Как быстро научиться играть на гитаре? Я тебя узнал? Я смотрю твои ролики. Здорово. Нет. Сфотографируйся, боже. Как вообще, как угодно. Да, просто как, просто как-нибудь. А у меня есть очень хорошая новость. Помните, я говорил про розыгрыш 5 гитар на 50 тысяч подписчиков в моем телеграм-канале? Так вот, 50 тысяч подписчиков набрались, а розыгрыш я пока не проводил. И я хочу дать вам возможность поучаствовать в этом розыгрыше. Итак, что нужно сделать? Подписаться на канал в телеграме, и 11 июня я проведу итоги розыгрыша, где мы разыграем 5 гитар среди участников моего телеграм-канала. Также там много всего интересного про мою жизнь, бэкстейджи, стримы, анонсы, голосования. В общем, максимально участвуйте в жизни канала. Поэтому подписываемся на телеграм-канал, ссылочка в описании. Администратора спрашивал. Да, я тут занимаюсь уроками гитарными. Друзья, всем привет, это гитарная академия Акстар, и сегодня мы наконец-то начинаем практиковаться в нашем фингерстайле. В прошлом видео мы обсудили. Только здесь так играем 4 раза. Значит, что мы делаем? Ребят, извините, а можно, пожалуйста, потише? Если возможно. Спасибо. Погнали. Попробуем все вместе с этим. Есть АМ, Ф, Ж. Thank you.
да, вот как раз учусь. Да, ну я вот занимаюсь тут, этот, по интернету. Там есть гитарная академия Акстар, вот там учусь. Ну просто дома не получается заниматься, вот я здесь прихожу, занимаюсь. Ну, удачи вам, успехов. Спасибо. На этом все. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если мы наберем 100 тысяч лайков, то будет третья часть с Раилем, с Баяном. Это будет просто разрыв. Вот так вот постарались для вас, поэтому напишите что-нибудь в комментарии по поводу этого видео. Все, не забываем подписываться в телеграм-канал по ссылке в описании, чтобы участвовать в розыгрыше гитары. И напишите в комментариях, хотели ли бы вы прийти на мой концерт сольный с гитарой, с барабанами. Москва, Питер, концерты осенью. Хотели бы? Напишите в комментариях. Все, всем пока, Паша Акстар. Подписываемся, чтобы не пропустить новое видео.